Международной категории Хамид Турсунов, Узбекистан. Толюбай Сулейманкулов, стол номер один. Представляю спортсменов. В красном углу Шахриза Халилова, Кыргызстан. В синем углу Джазира Уракбаева, Казахстан. Закончился первый раунд. В красном углу отдыхает кандидат мастера спорта из города Бишкек Шахриза Халилова. 1992 года рождения, боксом занимается 8 лет. Тренируется Шахриза под руководством тренеров Абдрахимова и заслуженного тренера Кыргызской республики Абайката Абаева. Thank you.
Закончился второй раунд. Синему был отдыхает мастер спорта из города Алматы, Республики Казахстан, Джазира Уракбаева. 1999 года рождения, боксом занимается 8 лет, счет боям не ведет. Финалистка чемпионата Республики Казахстан. Тренируется Джазира под руководством Долкуна Камекова. Данным соревнованием готовил Шахабас Камеков.
Для награждения приготовится спортсменкам весовой категории 48 килограмм. В этом бою со счетом 4-1 победила спортсменка синего угла Джазира Урахбаева, Казахстан.